осудил совершенное Израилем убийство лидера Хизбаллы и МИД России. Сергей Лавров назвал гибель лидера шиитского движения Хизбалла Хасана Насруллы политическим убийством. Выступая на Генеральной ассамблее ООН, российский министр также назвал бесчеловечной атаку Израиля на Ливан с подрывом мобильных устройств и призвал провести расследование. Подчеркнул, что США были осведомлены о подготовке атаки Израиля со взрывами устройств в Ливане. Уже сейчас нельзя обойти молчанием многочисленные публикации в средствах массовой информации, в том числе в Европе и здесь, в Соединенных Штатах, которые свидетельствуют о той или иной вовлеченности, как минимум осведомленности Вашингтона в том, что касается подготовки этого теракта. Мы понимаем, что американцы всегда все отрицают и сделают все, чтобы замотать появившиеся факты. Сергей Лавров подчеркнул, Запад продолжает следовать курсам гегемонизма и нагнетания конфронтации, последствия которого, если его не остановить, могут почувствовать все.